Всем привет! Покажу вам свой заказ с сайта интернет-магазина Makeup. Заказ был небольшой, но много есть новинок. И также есть повторные продукты, которыми я пользовалась раньше. Ну что, приступим. Был в заказе у меня такое жидкое мыло Lotus и Aloe. Здесь 1 литр. Это запаска. То есть можно наливать бутылочку с дозатором и пользоваться. Я такое мыло использую в хозяйственных целях, потому что натуральным мылом помыть, допустим, или полы, или кошачий туалет, это сильно дорогое удовольствие. Так, дальше. Дальше для мужа и для себя заказала 2 такие пенки Arco. Это идет какая-то новая формула, Platinum и Comfort. Это именно пены, это не гели. Вот такие 2 штучки. Так, что у нас еще? Шампуньки. Вот от фирмы Лив Далама, наверное. Шампунь для жирных волос. Свежесть и комфорт. Протеины миндаля. Экстракты лекарственных растений. 400 грамм. Кому интересен состав, смотрим, читаем. Без парабенов, силиконов, различные экстракты алоэ вера, коры дуба, брусники, мяты, иглицы и кипрея. Первый раз такое слышу. Протеины миндаля. Состав содиум лаурет. То есть не лаурил, щадящая формула. Это у нас в Белоруссии производят такой шампунь. Срок годности 30 месяцев. Пахнет очень приятно. Такой красивый дизайн. Смотрите, какая красивая бутылка. Как я сказала, 400 грамм. Так, следующий от Elkas. Это немецкий производитель. Шампунь называется 7 трав. Он идет, сейчас вам прочитаю, для жирных волос и для нормальных. С комплексом 7 трав, протеином B5, без силикона. 500 миллилитров. Вот, кому интересно, читаем. Немецкий, белорусский, немецкий. Дальше у нас идет итальянский. Это все новинки. Я такими шампунями раньше не пользовалась. Никогда на них не обращала внимания. Это у нас от Dermamed с органовым маслом. Шампунь орган, так называется. 250 миллилитров. Производитель Италия. Да? Да. Угу. Вот смотрите, все хорошо очень видно. Все понятно. Хороший фокус. Немножко на паузе. Кстати, аромат у него довольно-таки, знаете, если у белорусского вкусно пахнет, здесь так, немножко химозные травы, а этот такой парфюмированный какой-то, немножко какой-то лекарственный аромат мне напоминает, не знаю. Заказываю его в первый раз, попробуем. Дальше из шампунек. Это наш производитель Днепр. По-моему, это Днепр делает. Так, читаем. Нет, это Коростыня. Что я подумала, Днепр? Днепр, Днепр это биотон. Значит, первый шампунь. Это на мыльном корне бишофит. Стимулирует рост волос. Видела у девочек, и многие хвалят его. И говорят, хороший здесь аромат. Кстати, аромат сейчас понюхаем. Интересный такой, приятный, не отталкивающий. И второй шампунь. Лопуха и крапива. Или крапива против выпадения. Один стимулирует, другой тоже от выпадения волос. 300 миллилитров и 300. Но различные бутылочки. Видите, разный формат. Вот такие шампуньки. Попробуем, что это такое, с чем его едят. Так, дальше пройдем по тоникам. Тоники. Повторила я антибактериальные от доктора Санте. Матирующий, ну он как бы не очень матирующий, но мне он нравился, я им пользовалась. Если у вас не проблемная кожа лица, то это такой щадящий продукт, и он вам подойдет. Можете такой заказывать. Так, дальше. Тоников я заказала много, потому что я ими умываюсь.
Тоже повторная покупочка. Это от домашнего доктора. Брусника и можжевельник. 300 миллилитров вроде бы. Да, 300 миллилитров. Тоники я люблю. И у меня должно быть разнообразие. Еще повторные покупочки. Вот этот розовый, повторяю. Это, по-моему, я еще не брала. Один идет для жирной комбинированной кожи. Второй для сухой и чувствительной от черных точек. Ну, честно говоря, я мало верю, что от черных точек. А вот этот розовый, я им пользовалась. Ну, он такой, знаете, он слабоватый. Он, хоть тут и пишут, салициловая кислота, чайное дерево. Там экстракты лаванды, алоэ вера, витаминный комплекс. Ну, я его еще обогащу своими, он будет немножко другого цвета, но я его обогащу своими компонентами, и он будет хорошо работать. Но так он, конечно, слабоват. Я бы его так, если вы ничего у вас такого нету, то, конечно, он работать будет не очень. И вот это новый, такой я еще не пробовала, заказала на пробу. Вместо воды умываться. Так, что еще? Еще у нас от Эвелайн Косметикс. Два кремчика таких. Один медовый, другой оливковый. Они идут по 125 миллилитров. Вот, кому интересно поближе, прочитайте. Значит, такие крема я заказываю, я использую их как для рук, так и для тела, для ног. Они очень приятно пахнут, в отличие от прошлого моего заказа. Я заказывала облепиховый из этой же серии, этой фирмы. Ну, конечно, запах у него не очень такой, знаете, какой-то уже подгулявший крем. А эти очень вкусно пахнут. И медовый, и вот этот оливковый, очень приятные ароматы. Кожа у меня сухая рук, ну, не очень, но сухая. Поэтому я беру такие крема. Дальше от Биокона повторила маску. Но, скорее всего, я ее не буду использовать для лица, а тоже буду использовать для ручек с авокадо. Так, что из новинок? Вот такой крем от 100 рецептов красоты для рук и ногтей. Увлажнение соком алоэ и соком лимончика. Он был не зафольгирован, 80 мл. Я его уже попробовала. Приятный крем. Долго держит аромат на коже, пахнет лимоном. Приятный такой аромат лимончика. Неплохой, пока неплохой. Так, и 100 лет не заказывала, не покупала бархатные ручки. Понравился мне дизайн, упаковочка и цвет. Энергия Асаи с маслом Асаи. Вот такой кремушек. Здесь 72 миллилитра. Ну, прям не 68, не 70, а 72. Такой маленький тюбичек. Так, что еще? Ага, из бюджетных покупок. Вот такая пол-литровая банка от Biotone Cosmetics. Честно говоря, зачем заказала, даже сама толком не поняла. Меня заинтересовал здесь состав. Красный перец и масло зародышей пшеницы. Для стимуляции роста волос. Вот такая интересная баночка. Так они уже придумали упаковывать. Но здесь надо было хотя бы не резинкой, а каким-то таким, знаете, волосатой такой ниткой. Сейчас вам покажу. Вот такой. Натуральный. Было бы намного как-то красивее и более под натуральный вид. Ну, неважно. Вот такая пластиковая банка, дешевая упаковка. Сэкономили. Ну, посмотрим, что они тут наколотили. Вот такая маска с красным перцем. И еще одна от Биотона. Вот покажу вам вот так. Видите, эти так погламурнее уже этикетку сделали в этой баночке дизайн. Здесь тоже баночка интересная. Написано Биотон. Вот тут сбоку, с двух боков. Это тоже у нас идет коллекция старинных рецептов. Маска, укрепляющая корни волос. Мед, лук, корень лопуха. Здесь идет 350 миллилитров. Тоже резинкой сцепили. Там наверняка дешевая крышечка. Да, обычная зеленая пластиковая крышка. Вот состав. Руки трусятся. Такой состав. 350 миллилитров. Они стоили бюджетненько. Поэтому взяла одну такую. Попробую. У меня есть чем сравнить. Так, дальше.
Немножко расхваленную чистую линию покажу вам. Так, это бюджетная косметика. Дневной крем для лица. Взволоживающий, насыщенный для сухой шкиры. Вот, ставим коробочку. Тут у нас 40 мл. Вот такой маленький тюбичек. Что нам пишут? Здесь у нас пылистки троянды и алтеи. Он не зафольгирован. Белого цвета, пахнет приятно. Попробуем. Это крем дневной для лица. Дальше вот такой крем. Это чистая линия, идеальная кожа, крем для век. Вот так он выглядит в коробочке. Очень приятно. Было бы еще лучше, чтобы вы зафольгировали свои изделия, чистая линия. Здесь вот такой маленький носик. Очень удобно выдавливать. Сейчас выдавлю, попробую. Беленький, легенький гель. Угу. Пахнет приятно, нет резкого запаха. Ну, он такой, наверное, очень-очень легкий. Вот такой гель для век, увлажнение. Стоят они бюджетно, поэтому такие штучки можно брать, кто хочет сэкономить, у кого нет проблем с кожей. Следующий, чистая линия. Тоже сила пяти трав. Антивозрастной крем-лифтинг для век. Вот, подтянет мне всю кожу вокруг глаз. Буду я опять нарядная, красивая, молодая. 16. Так, попробуем. Ага, этот такой более поплотнее. Это уже идет крем. Аромат очень легкий, приятный такой, знаете, нет какой-то такой химозности. Пока мне все нравится. Один возьму на работу. Даже не один. Один для век возьму, один для сухой кожи лица. И буду на работе пользоваться на ночь, а остальные оставлю дома. Следующий. Так, это у нас уже идет от Невской косметики. Невская косметика, 175 лет. Ого! Крем для кожи вокруг глаз, омолаживающий, женьшеневый. Значит, содержит экстракты женьшеня, эхиноцеи, масло оливы, авокадо, витамин А, Е. Сколько здесь грамм? 6 месяцев при вскрытии, 25 мл. Ага. Вот такой тюбик. Такой. Сейчас переверну другой стороной. Вот. Так, состав на коробочке вам покажу. Вот. Мл. Это крем для кожи вокруг глаз, омолаживающий. Ну, посмотрим, какие мы будем все омолаживающие, такие омоложевшие. Тоже здесь носик. Он не запечатан, просто такой носик. Выдавливается беленький крем. Пока его положу. Ну-ка. Ой, как вкусно пахнет. Боже, сейчас буду хвалить Невскую косметику. Пахнет очень приятно. Такой, знаете, такой увлажняющий. Омолаживающий. Боже, страшное дело. Так, значит, еще я заказала в магазине мейкап вот такие штучки. Вот. Это от Power Pro Extreme. Серветка волога, серветка шампунь для волосся. То есть салфетка шампунь для волос. Влажная. Заказала их 3 штучки. Вот, покажу вам, так выглядит. Так. Миттєво видаляє бруд та жир з волосся, не потребує змивання водою, чистота та свіжість надовго. Значить, візьму я ці салфетки на роботу. От кому цікаво, читаємо. Візьму на роботу і після суток їх протестую. І подивимося, обманують нас чи не обманують. Як вона працює, чи працює вона взагалі. Завтра я иду на сутки и как раз возьму эту салфеточку. Потом, может быть, вам отдельное видео сниму, такое коротенькое. Оставлю свой отзыв, чтобы долго не ждать в пустых баночках. Вот такая салфеточка. 3 штучки взяла. Думаю, знаете, вдруг будет классно, надо взять побольше. Вот, и магазин мейкап прислал мне подарок. Вот, смотрите, какой подарок. Мейкап, вы вообще уже обалдели, извиняюсь за выражение. Заказ был на... Сейчас вам скажу, на какую сумму. Сейчас вам скажу. Угу.
Ну, чтобы вы не думали, что я вас обманываю, вот на такую сумму был заказ. Смотрите. 912 гривен. Так. Что они положили в подарок? Вот такую листовочку. Антивековый крем, что працює щоразу краще и краще. Крем хотя бы положили. Имейте совесть. Это Лореаль Париж, смотрите. Они мне положили листовочку. Что, вообще уже чокнулись там? Почти на 1000 гривен заказ. Постоянный клиент. Чуть ли не каждый месяц делаю там заказы. Они мне положили листовочку. Спасибо, мейкап. Ценный такой подарок. Но, когда я увидела этот подарок, конечно, я, знаете, так не буду выражаться. А потом я вспомнила, что при заказе они мне предложили на выбор подарочки. Там были такие косметички, какие-то сумки для покупок, мужские косметички, женские. Ну, сумочек и этих косметичек у меня хватает, а мне как раз не хватало вот такой штуки. И я поставила плюсик на нее. Это повязки косметические. Они очень удобные, если вы делаете маски для волос. От мейкапа, представляете? В какой-то веке мне подарили нормальный подарок. Здесь две повязки, белая и синяя. Я, конечно, довольна уже как слон. По сравнению с этим подарком, вот с этим, вот, ну это к чему? Здравствуйте, называется. Короче говоря, подарили две повязочки. Этот подарочек я уже выбрала сама. И очень довольна. Не знаю, может от того, что на большую сумму, или как постоянный клиент, или какая-то у них там акция. Вот они предложили на выбор. И я заказала себе повязки. Так что, мейкап, спасибо тебе большое за подарок. И за это полное разочарование. Вот за это. Хотя бы к этой листовке прилепили пробничек. Хотя бы. А то еще и одну копейку за нее заплатила. Написано, листовка одна штука. Вот так. Все, вот такой был небольшой заказ, как считает мейкап. Этот подарок, видимо, какая-то или акция была повязки, еще раз повторюсь, или видно на большую сумму, поэтому они предложили на выбор. А вообще они обычно кидают подарки. В последнее время я заказываю, то даже пробничка никакого не положат. Хотя заказы обычно на большие суммы до 1000, бывает и больше. Все, всем спасибо за внимание. Свои отзывы оставлю в пустых баночках. Ждите мои следующие видео. Пока-пока!